ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. После мы хотим, братья, сегодня разобрать один из очень важных тем, стратегически важных тем, которым так не хватает в наше время. Эта тема, наверное, и раньше была поднята, но нам в наше время очень тяжелое время, время фитны, время испытаний. Еще больше нужно за это держаться. Еще больше нужно схватиться. Сегодняшняя тема, иншаллах, будет про братство в исламе. Чего не хватает в наше время. Иншаллах, мы эту тему разделим на три части, чтобы полностью разобрать. Первая часть, что такое братство в исламе. Суть братства в исламе. Вторая часть, хак братства в исламе. Что на самом деле, чтобы быть братьями в исламе, какие права надо соблюдать по отношению друг к другу. Третье, как вернуться к истинному братству в исламе. То есть мы должны разобраться и понять, как к этому вернуться. Конечно, чтобы понять суть братства в исламе, братство в исламе, истинное братство в исламе, оно не может быть построено, кроме как на единобожие, на чистом единобожии. По книге Аллаха и по сунне посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И пока мы к чистому единобожию не вернемся, мустахиль, то есть невозможно, чтобы мы стали искренними братьями. Почему у нас разделение в нашем обществе? Потому что каждый за свою акиду держится. Каждый делится на всякие секты, на всякие течения, названия, партии. И поэтому у нас не получается акида. У нас поэтому не получается братство. Поэтому, иншаллах, вы знаете, сподвижники были в джахилии, поклонялись камням и идолам. Когда они пришли в единобожие, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал их к единобожию и братовал их, мы знаем, какие они стали братья. Они стали ближе друг к другу, чем родные братья. Кровные братья. И из этих людей, которые на самом деле почувствовали истинное братство, из пастухов, верблюдов или овец, Аллах сделал правителями, Аллах сделал полководцами. То есть обычные пастухи, обычные бедуины, Аллах их возвысил, и сегодняшний день, до судного дня, их имя будет называться, и мы будем говорить, да будет им доволен Аллах. И пока мы к этому единобожию не придем, у нас такого истинного братства не будет. И это само собой разумеющееся. Второе составляющее истинного братства в исламе, это полюбить своему брату и пожелать своему брату то, что ты желаешь себе сам. В Аллахе эта тема в книгах, на листочках, проповедях,
а в жизни мы это не видим. Если бы мы не желали бы своим братьям то, что ты сам себе желаешь, большинство из наших проблем закончились бы. У нас было бы искреннее братство. На сегодняшний день мы это говорим, а на самом деле в жизни мы не применяем. Хотя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не будет совершенный иман человека, пока он не пожелает своему брату то, что желает сам себе. Конечно, мы далеки от этого уровня. Но мы должны всегда стремиться и стараться, чтобы были лучшими, чтобы желали своим братьям то, что желаем сами себе. И Аллах в Коране говорит, «Иннама л-му'минин ва ихва». Поистине, му'мини, не муслими, му'мини, те, которые уверовали в Аллаха и в Судный день, они братья. И Аллах связал иман с братством. И не может быть братство без имана, и иман без братства. Если есть иман, значит есть братство. Есть братья в имане. Если есть братство в имане, значит есть и иман. В наше время, если посмотреть реальное положение мусульман, очень плохое положение. Это понятие братства мы забыли. Понятие братства мы забыли. И от братства осталось название. Сухое название просто. Ахи, брат, ахишка. Вот наши слова, которые мы употребляем. Это просто слово. А искренний смысл этого слова вы не понимаете. И в наше время, когда мы, братья, видим, смотрим налево и направо, и видео смотрим, как наших братьев в Бурме или в Сирии убивают, режут, просто издеваются над ними. Кто-то просто смеется и наплевать им то, что с ним происходит. Кто-то вообще ему наплевать на положение мусульман. Лишь бы у него бизнес хорошо шел, или то, что он посадил, выросло хорошо, и продать по хорошей цене. Остальное ничего не волнует. Обсуждение при встрече, кто играл, кто выиграл, спорт, все что угодно, кроме религии и положения мусульман. Этих братьев, это одно положение. Есть еще хуже. Среди мусульман есть еще хуже. Есть люди, которые, когда нас враги Аллаха на западе и на востоке, везде нас убивают, режут, сажают. В это время умудряется среди мусульман, так называемых мусульман. Самих же мусульман дальше их чести, постигать на их честь. Говорить о ними гиба. Валлаху ба'сухум байнахум, между нами проблема. Если мы вместе будем, нам кафир не страшен. В данный момент мусульмане вредят себе больше, чем сами кафиры. От мусульман неприятных слов и гибатов, бухтанов больше слушаешь. Кафиры-то и так понятно. Они враги Аллаха. Они нас не любят. Мусульмане, среди мусульман есть больше фитны. Среди обычных мусульман и среди тех, которые ищут знания. Они друг друга не любят. И мусульмане не любят друг друга. Сердца заполнены злобой и завистью. Хотя бы в этот тяжелый период, когда нас, мусульман, терзает со всех сторон, можно забыть свои личные амбиции, личные обиды. Насалу Аллах аль-афия. Пусть Аллах вернет нас к истинной религии. Один человек пришел, Джафар ас-Садик. Джафар ас-Садик был один из предков посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, правнука. И он был имамом, ученым, богобоязненным человеком. И при его маджлисе один человек сказал нехорошие слова по отношению к другому человеку, сделал гибат за него. Он сказал, «Акатальта рум, ты воевал с римлянами? Акатальта фарис, ты с персами воевал?» Он говорит, «Ля». Не воевал я.
Он говорит, если Мункар Рум, Вальфарис, римляне и персы от тебя спасаются и от твоего зла уберегаются. Валя ясляму минкаль муслимун, от тебя мусульмане не могут уберечься. И вас мусульман спрашивает, вы воевали с буддистами Бормы? Вы воевали с шиитами проклятыми? Ля'натуллахи алейхим. В Сирии. Нет, конечно, не воевали. Мы здесь. А почему мы воюем между собой? Словесно. Рибатами, бухтанами. Злобой, которую в сердце держим. Я салю Аллаху алейхи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, мусульманин, тот, который уберегает мусульман от своей руки и от своего языка. Такие ли мы? Мы уберегаем других мусульман от своего языка и руки. Чуть-чуть кого-то задел, кто-то дорогу перерезал машиной, уже матерится. Чуть-чуть у него дома проблемы, он сразу накидывается на людей. Тебя люди, братья, боятся, потому что ты можешь там нехорошие слова сказать. Где има? Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не просто так сказал. Мусульманин, тот, который оставляет мусульман и спасается мусульман от его руки и языка. На Аллахе большинство из нас от наших языков мусульман не спасаются. И при малейшем удобном случае мы их просто занят. Или рибат делаем, или бухтан делаем. Очень частая болезнь. Аллах в Коране говорит, «Валя таджассасу, не шпионьте друг за друга, не ищите недостатки друг друга». Кала, якулу Набию саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха говорит, «Я ма'шара ман амана билисанихи, валам ядхули л'иману калба». О те, которые уверовали языком, языком уверовали, и иман, который их в сердца еще не вошел. «Ля тахтабу л-муслимин» – не делайте рибат за мусульман. «Ва ля таттабиу авратахум» – и не следите за их недостатками, за их авратами. Что у него происходит в семье? Женился, развелся, сказал что-то. Это все обсуждается за чаем. «Фа иннаху маниттабаа авратахум» Яттаби Аллаху аврата. Если он будет следить за их недостатками, авратами, Аллах сам будет за их авратами следить. Ва ман яттаби Аллаху аврата, яфзаху фи байти. И Аллах, кто будет за его авратом следить, Аллах его опозорит, даже будучи дома. Из дома даже не выйдет. Ничего плохого или хорошего не сделает. Сидя дома, Аллах его опозорит. Потому что он будет следить за недостатками мусульман и позорит их. Аллахумма стурна ва ля тафзахна. Иногда приходит брат и разговаривает за другого брата, как будто у него нет недостаток, как будто у него все хорошо. У тебя своих грехов нету? Ты махсум, что ли? Аллах тебя уберет от грехов. Ты или посланником должен быть, или ангелом. Каждый человек говорит за другого, как будто у него все хорошо, как будто у него нет недостаток. Он забывает, мискин. Что Аллах в Коране говорит, «Инна Аллаха юдафиу ани ладзина аману». Поистине Аллах защищает тех, которые уверовали в Аллаха. Ты будешь его, на него постигать, на его честь, будешь говорить за него рибат, бухтаны, Аллах будет его защищать. И против тебя Аллах будет. И братство в исламе, оно очень крепко связано с Кораном, с верою Аллаха. Как Аллах в Коране сказал, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. И держитесь за веру Аллаха, за книгу Аллаха, и не разделяйтесь. Эти слова, аяты тоже, они у нас на устах, а в жизни, субхан Аллах, совсем другое. И Аллах говорит, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. И помните ниаматы Аллаха. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Когда вы были врагами, Аллах соединил ваши сердца. Те времена, когда курайшиты были мушриками, и арабы, бедуины, они между собой воевали, Аллах принес, Аллах послал книгу свою.
poslanik Allaha sallallahu alejhi ve sellem jedina Božjem objedinio svih Kurajšitov i svih Arabov u jedinu ummu. I naš Dagestan s raznim nacijama, raznim rajonama, raznim ljudmi, slojevima, Allah nas objedinio imena Islamom. Alhamdulillah, jest očuno mnogo bratjev raznih nacija. Nas objedinjuje tylko Kur'an i tylko Islam. I prosto hoćeš da bi na samom dijelu istine bratstvo ponijeli i bili ešto krepče. Kak znajem va vremena poslanika Allah sallallahu alaihi wa sallam, kada on bratoval spadvižnikov, muhađirov i ansarov, vse te istorije znaju. Kak Abdurrahman ibn Auf i Sa'd ibn Ubadu, poslanik Allah sallallahu alaihi wa sallam, pobratoval. I Sa'd govorit Abdurrahmanu, вот moje imućstvo, polovina tvoje. Iz mojeg doma, iz mojeg sada, sve što ja vladeju, polovina tvoje. I daže znam da došlo do toga što on сказал, iz mojih žon možeš vybrati любую, ja je s njim razvedio, možeš sebe vzeti. Kto iz nas to može делать? Kto iz nas iz этого može делать? Ради Аллаха, ради братства Ислама. Это сподвижники и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нам показали потолок и высший уровень братства. И мы должны все к этому стремиться. Сегодня 1000 рублей из кармана вытащит фи сабиллях, дал очень тяжелый человек. Я тоже зарабатывал, пусть тоже заработает. Просто слабый иман стал у нас. Сколько мусульманин, насколько мусульманин будут держаться за книгу Аллаха, за сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько у нас будет сильный иман, настолько у нас будет сильное братство. Чем больше мы за Коран и хадис держимся, тем больше у нас и сильнее братство. Чем меньше мы знаем Коран, тем меньше мы читаем Коран. На самом деле мы говорим, мы мусульмане, живем по книге Аллаха и по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я хочу этих братьев, наших братьев и себя в первую очередь спросить, сколько знаем мы из Корана? Ты говоришь, я живу по Коране и по сунне. Чтобы жить по Коране и по сунне, и чтобы ты был на Коране и сунне, сколько ты выучил Коран? Сколько ты знаешь Коран? Вообще, научился ли ты вообще правильно читать Коран? Такой вопрос. Как ты можешь жить по Корану и сунне, если даже читать Коран не умеешь, как положено? Сколько выучил аятов? Сколько выучил джузов? Или смысл этих аятов? Но есть люди, которые читают намаз всю жизнь, 50, 60, 70 лет, читают фатиху каждый раз в намазе и не знают смысл фатихи. Не знают смысл алхама. Как можно читать всю жизнь намаз и не знать даже, что он читает? Какой ты мусульманин? Как ты живешь по книге Аллаха? Субхан Аллах. Также, если ты живешь по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько хадисов ты знаешь? Сколько хадисов ты выучил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Большинство мы говорим, мы любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько ты из его хадисов выучил? Те люди, которые любят грешников, певцов всяких, они же учат их песни. Они учат их песни. А мы, мусульмане, которые любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько знаем хадисов? Сколько в жизни применяем? Если мы жили по книге Аллаха, по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вот этой теме, вот в таком образе, вообще не пришлось бы поднимать. У нас плачевное положение. И это среди тех, которые говорят, что они по книге Аллаха, по сунне посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, живут. Я не говорю про других всех. Это совсем другая тема. Сколько ты проводишь время с книгой Аллаха? Живущий по книге Аллаха. Сколько ты с ней проводишь время? Сколько ты за Кораном время проводишь? Успеваешь ли хоть один джуз в день читать? Если ты по нему живешь, хотя бы полчаса в день уделяешь ему, задай себе вопрос каждый. И пусть он себе найдет ответ. И на самом деле мы ахлю сунна валь джамаа. Ахлю сунна валь джамаа, мы должны быть ахль, чтобы держать сунну. И где наша сунна? Пусть себя спросит сунны, что он соблюдает. И где наш джамаат? Мы говорим ахлю сунна валь джамаа. Где джамаат? У каждого свой джамаат. В каждом селении свой джамаат. Мы еще на самом деле не объединились и не, на самом деле не превратились в джамаат.
единый джамаат, когда здесь дотрагивается, чтобы здесь чувствовалось. Как одно тело, как сказал посланник Аллаха Саусам. И мы все должны к этому стремиться. И вопрос, если мы аль-Сунна валь-Джамаа, с какого джамаата? Есть очень много джамаатов сейчас. И субханаллах, Аллах говорит, если бы ты посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он факта мафли арди джамиан, ма аллафта байна кулюбихим. Если ты сделал бы все, что ты имеешь, весь богатство, все богатство, которое есть в этом мире, ты не смог бы между сподвижниками соединить сердца, чтобы они полюбили друг друга. Валакин Аллах аллафа байнахум. Поистине Аллах соединил их сердца, потому что они были истинными мусульманами. Их соединил сердца, потому что на самом деле они верили в Аллаха. И это ни'мат, и это особенность ислама, что мы, иншаллах, в шариате, по Корану и Сунне, мы объединяемся в одну умму. Посмотрите хоть какой-нибудь закон, который человек придумал, может объединить так людей, чтобы они за этот закон бились, кроме как им деньги заплатишь. Но они друг друга любить не будут никогда. Мы думаем, что это вокруг они законно объединились. Аллах сказал про Яхуда в Коране, «Тахсабухум джамиан, вакулубухум шатта». Ты будешь думать, что они вместе, вместе против мусульман. У них сердца по отдельности. Они думают, кто дослужит, кто деньги заработать, уйти. Нет у них искренней любви. И не может быть, кроме как за религию Аллаха. Вторая тема, которую мы должны обсудить, это право братства в исламе. Право братства в исламе. Первое право братства в исламе – это любовь и ненависть ради Аллаха. Невозможно, чтобы на самом деле искренняя любовь и братство было между мусульманами, если мы не будем любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха. Ненавидеть своего хоть родного брата, если он грешник или не соблюдающий мусульманин, ненавидят его амал, вот этот фиск. И не будем любить хоть Сибири, хоть Дальнего Востока, любого русского, американца, ради Аллаха, если он соблюдающий, если он богобоязненный. Если этого не будет, у нас не будет никогда братства. Валя Набию, саллиллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, вершина, самая вершина имана, «Аль-хуббу филлах, валь-бугузу филлах» – любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Мы знаем сподвижники. Один из сподвижников Абу Убайда, ради Аллаху анх, при битве он мог накинуться на любую толпу из кафиров, они разбегались. Он настолько мощный, настолько сильный человек был, ибо они кафиры его боялись. Любую толпу он заходил, они расходились. Кроме одного человека, который его постигал постоянно, и он избегал встречи с ним. И когда наконец он его не оставил, не оставил ему выбора, он повернулся и разрубил его напополам. И это был его отец. Он не хотел его убивать. Это называется любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Хоть отец, хоть брат. Если человек не соблюдает, если он не мусульманин, ты не можешь его любить. Также передается ан Аби Умамата ради Аллаху анху каль, «Ман ахабба лиллахи, ва абгада лиллахи». Тот, кто полюбил ради Аллаха, тот, кто ненавидел ради Аллаха. «Ва аата лиллахи, дал ради Аллаха». «Ва манаа лиллахи, и отказал ради Аллаха». Отказал ради Аллаха, то есть, когда тебе дочка просит купить модную одежду, если ты отец и Аллаха боишься, ты отказал ради Аллаха. Обычно жены покупают, муж ничего не может сказать. Откажи ради Аллаха. Факат истакмал аль-иман. Тот, кто любил ради Аллаха, ненавидел ради Аллаха, дал ради Аллаха и отказал ради Аллаха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, его иман стал совершенным. И в наше время вала валь-бара эту тему очень слабо знают и в жизни тоже не применяют. И вала тоже не ради Аллаха. Валя какому-то джамаату, какому-то секте,
ti znaš ovo džamata, znaš ovo neta sve smrta. Radi Allaha wala ili radi Allaha baranjet. Predstavite sebe kako možna objediniti sa muslimana budući u tijem položenju. Столько тарикатов, столько названий этих тарикатов, столько названий этих тарикатов, устазов, которые друг друга не признают. Или столько сект, столько партий. Если мы все не объединимся на Коране и Сунне, и на Единобожье, и как это понимали четыре имама, и оставим все остальные названия, разве можно объединиться? Аллах, невозможно. Всех людей под один тарикат подогнать, или под одну партию, или секту подогнать невозможно. Можно объединиться, на самом деле, на Коране и Сунне, и как понимали четыре имама, и салафы, и табиин. Остальные, то, что после пришло, разные названия, нам надо это оставить. По-другому у нас братство не получится. И также насчет любви ради Аллаха, мы знаем хадис, достоверный хадис, про семи людей, которые будут под тенью Аллаха, когда не будет тени, кроме тени Аллаха. И среди этих семи известны двое, которые полюбили ради Аллаха, иджтамаа алейх ва тафаррака алейх. И они объединились ради Аллаха и разошлись ради Аллаха. Может, двое братьев любили друг друга ради Аллаха, дружили, и он один из них куда расслабился, начал грешить, и он ради Аллаха оставил ее. Когда он соблюдал ради Аллаха, дружил с ним. Когда он перестал, ради Аллаха оставил. От Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху, анхум передается. Один из подвижников пришел в Шам и видит в мечети один молодой, красивый человек. Все какие вопросы у него возникают, у него спрашивают, вокруг него схватились. Потом он спросил, кто он такой. Ему говорят, это Муаза ибн Джабаль, это сподвижник, ученый, великий ученый. И на второй день он говорит, я постарался пораньше прийти в мечеть, раньше всех. Я нашел, что Муаз его опередил. Все равно раньше его пришел. Он читал намаз. Он подождал, пока он дочитает намаз. После того, как он дочитал намаз, он со стороны лица к нему подошел, дал салам и сказал, «Валлахи инни ухиббука филлях». Я тебе, валлахи, ради Аллаха люблю. Муаз говорит, «Аллахи? Ты на самом деле любишь ради Аллаха?» Он говорит, да. И он вот три раза переспросил. Когда он ответил да, он говорит, Муаз говорит, я, говорит, слышал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ваджабат махаббати лил мутахаббина фия». Обязалась любовь Аллаха, мутахаббина фия, те, которые меня любят, друг друга любят ради Аллаха, моя любовь им обязана, говорит. То есть Аллах будет их полюбить. Если два мусульмана друг друга ради Аллаха полюбят, Аллах их полюбит. Также любовь Аллаха стала обязательным. «Валь мутаджалисина фия» – тех, которые сидят ради Аллаха, сидят в мечети ради Аллаха, читают Коран, берут уроки, знания. Это любовь Аллаха им обязалась. «Валь мутазавирина фия» – и те, которые, братья мусульмане, делают друг другу зиярат ради Аллаха. Вот он едет в другое село, в другой город, чисто ради Аллаха, чтобы навестить своего брата мусульманина, чтобы обрадовать его. «Валь мутабадилина фия» – и тем, которые даруют свое имущество друг другу ради Аллаха. То есть, братья дружат или знают друг друга проблемы, и бисмилля вытаскивают, дают ему, он ему, вот так они друг друга поддерживают по жизни. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля тадхулюль джанната». والذي نفسي بيده клянется посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вы не войдете в рай, хатта тумину, пока вы не уверуете в Аллаха. Валя тумину хатта тахаббу, и вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. То есть любовь ради Аллаха друг другу и иман, они взаимосвязаны. Не уверует Аллах, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не уверует, говорит, вы Аллаха не уверуете, пока не полюбите друг друга. И он говорит, не подсказать ли вам то дело, которое, если вы сделаете, полюбите друг друга. Они говорят, сподвижники говорят, я Расулла Бала, подскажи. Он говорит, афшу саляма байнакум. Распространяйте салам между собой. Братья, салам, искренний салам, чисто от сердца, с любовью, а не так вот так повернувшись. Или дал и забрал.
iskrena ljubav, te od duši salam daš, Allah, oni te počustuju. Počustuju bratstva i jedinstva. Od imena eta salam i medvidu, poslanika Allah s.a.w. Poslanika Allah s.a.w. kada davao salam, on ruku je mu davao i pa kao on sam ne zabirao, ne odbirao ruku. Kada razgovarao je čuta mu čuta skaži, on povraćao se k njemu svem tijelo. A ne tako, tako smatilo. Eto je sifato poslanika Allah s.a.w. Takže, pasmatri každe musulman, pus pasmote svoje srce, kavo on ljubit. Potomu što sudni den Allah nas vaskresit s temi kavo mi polubili. Ljubiš li ti futbolistov? Vse govorat pra futbol, pra kakihta futbolistov. Ljubiš ti futbolistov? Ljubiš li ti aktorov ili pivcov? Sudni den ti s njim staniš. عن أنس رضي الله عنه أنس بردايوت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشوه بدون فسوانك الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله متى الساعة وفسوانك الله كذا بدي سودني دين تسيخ انترسوا كذا بدي سودني دين فسوانك الله صلى الله عليه وسلم قولت وماذا أعددت لها شو تبريغتو دا سدنو دنيا نواجنا كردا Важно, что ты приготовил. Готов ли к этому судному дню ты? Он говорит, я не приготовил много из поклонений, кроме того, что я люблю Аллаха и посланника Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Аль-мар'у маа ман ахабб». Человек в судний день будет с тем, кого он полюбил. Вот ты кого полюбил, с тем ты в судний день и станешь. Полюбил футболиста, будешь футболистом в судний день. Полюбил кто-то актеров или певцов, он судит не с этим фасихом станет. Или кафиром. Валиязу билля. И Анас говорит, мы говорит, никогда не радовались, говорит, до того, как так сильно не радовались, как словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, который сказал, что человек будет судить не с тем, кого полюбил. И Анас говорит, я тоже, говорит, люблю посланника Аллаха, я тоже люблю Абу Бакра и Умара, и надеюсь, что Аллах мне судный день с ними воскресит, хотя у меня таких, как у них, амалов больших нету. Просто потому, что я их люблю. Инша Аллах, мы тоже любим посланника Аллаха, и Абу Бакра, и Умара, и Уфмана, и Али. И дай Аллах, чтобы мы судный день стали именно с ними, и не с кем-то другим. Также четвертый хак братства, который мы должны соблюдать, чтобы у нас было братство, إعانة على قضاء حوائج الدنيا على قدر استطاعتك. Помогать человеку выполнять свои мирские дела, насколько ты можешь. Помочь своему брату построить дом, урожай собрать, не знаю, что-то там починить. Что бы он ни делал, если ты подойдешь, ради Аллаха ему помочь. Насколько ты можешь. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. Человек попадает в беду, иногда у него очень тяжелое положение бывает. Он в депрессии, он не знает, как из ситуации выйти. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто поднимет эту его печаль с этого мирских проблем, Аллах в судний день, говорит, который в судний день, который будут его проблемы и печали, это поднимет. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. Кто облегчил человеку, который попал в долги, у него есть затруднение отдать, кто ему облегчит, то есть облегчит, имеется в виду, он или ему простит его долг, или скинет часть, или даст ему больше срока. Аллах говорит, яссара Аллаху алейхи фид дунья валь ахира, Аллах ему облегчит и в этом дунье, и в ахира. Часто бывает, у нас выбивают долги, только время закончил, пошел, уже мафию начинает играть. Каждый день ходит, угрожает. Аллах говорит, ты, если ты ему облегчишь, или скинешь, или отдашь отсрочку, Аллах тебе в этом дуне и в ахире отсрочку даст. И облегчит тебе тоже. Ман сатара муслиман, сатараху Аллаху фид дунья валь ахира. Тот, кто своего брата мусульмана, его недостаток, изъяну спрячет, то есть не будет говорить об этом, если он узнал, Аллах спрячет его в судний день. Увидел какой-то брат еще расслабился, курит, он может тайно курить, хочет оставить, может до Рамазан месяца там ждет как-то. Если ты случайно это увидел, ты не имеешь права это распространять. Ты должен спрятать и ему самому лично насихат сделать.
обычно сзади спиной говорят. Ему последнюю очередь говорят. Какой толк? Ты там говоришь, здесь говоришь. Просто отведи его, ему насиха сделай. Если ты его в этой дуне спрячешь, он, может, через день уже оставил, а ты за него уже такой слух пустил. Может, ты последнюю сигарету докуривал. Или любой грех, который он человек может расслабиться и сделать. Если ты узнал, ты не должен распространять. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если ты его спрячешь, Аллах тебя в судный день спрячет и не опозорит тебя. И также посланник Аллаха говорит, «Валлаху фи ауни л-абди ма кана л-абду фи ауни ахих». И Аллах в помощи своего раба, пока этот раб в помощи своего брата. Пока ты своему брату помогаешь, на своей машине выехал его дела делать, оставил свои дела, свои проблемы, Аллах тебе помогает, пока ты его проблемы решаешь. Пока ты на пути Аллаха работаешь, Аллах тебе помогает твою работу делать. Также, коротко скажем, пятый хак – это танасух, делать друг другу насиха. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ад-дину ан-насиха». Наша религия – это насиха, то есть добрый совет. Хадис очень известный. И шестой хак – ат-танасур, помощь друг другу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Унсур ахака залиман ва мазлума». Помоги своему брату, если он зульму делает, поступает несправедливо, или ау-мазлюман, или ему зульму делает, когда к нему несправедливо поступает. И сподвижники говорят, я Расул-Аллах, понятно, когда ему зульму делают. А как помочь тому, который сам зульму делает? Он говорит, не давай им это зульму делать. То есть ты знаешь, твой знакомый, друг, брат хочет подраться, хочет кого-то обидеть, он крупнее, сильнее его. Ты должен его удержать, разнять их. А не так помочь ему еще его побить, потому что он твой брат или друг. Ты не должен ему давать. Если ты истинный мусульманин, ты должен его удержать. Это ему же лучше. И в судный день, и на этом свете. А обычно то, что он с твоего села или с твоего родственника, он сразу идет прыгать на него драться. И не смотрит, кто прав, кто не прав. И ты должен разобраться, разнять, разобраться. Если он не прав, надо его удержать. Это твое есть, и им поможет. И также Аллах в Коране говорит, они станцарука фиддини фалейкум биннас. Если вас просят в религии помощь, чтобы поддержали, многие бывают поддержки просят, чтобы кого-то вытащить, что-то сделать, Аллах говорит, чтобы вы помогли им. Если братья мусульман обижают, их мало где-то, и они помощь просят, чтобы их поддержали, мы должны их помочь. Аллах это приказал нам. И последний пункт нашей темы, завершающий пункт. Как вернемся именно к истинному братству? И в течение своей хутбы, по-моему, мы на этот вопрос ответили. Во-первых, мы должны вернуться к тому эталону, тому показателю, который посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям оставил. Тем нравственностям ислама, который посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям после себя в сунне оставил. Если мы эти хадисы, эту сунну, этот пример не будем соблюдать, у нас братства не будет. И надо желать своему брату то, что ты себе желаешь. И почему Аллах сделал риба, бухтан, постигать честь мусульман один из самых больших грехов? Потому что именно эти вещи нас разделяют, между нами злобу делают. Именно из-за этих вещей посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ва ияком ифсату зат аль-байн». Смотрите, говорит, чтобы между вами отношения не портились. Поистине это, говорит, аль-халика, сбривающая. Я не говорю, что это сбривает волосы. То, что у нас отношений нету, то, что мы портим, не общаемся между собой. Это, говорит, сбривает ад-дин, религию. Почему? Потому что ты поссорился со своим соседом, не разговариваешь. Ты его в мечети видишь, уже ты ему салам давать не хочешь. Ты каждый раз, когда увидишь, у тебя сердце что-то кипит. У тебя неспокойно. Ты даже намаз читаешь и думаешь о чем-то другом. Вот так она твою религию сбривает. Поэтому надо отношения между собой держать. Один из самых лучших благих дел – примирять мусульман между собой. Вы не будьте теми, которые распространяют эти сплетни, эти бухтаны. А наоборот, когда ты услышишь, наоборот спрячь. Тебе шариат позволяет соврать, чтобы примирить людей. А ты наоборот еще распространяешь фитну. Субхан Аллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله. عن عمر بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. نوبيوسي بيات ويشي دو بيت ويشي. Это пророк صلى الله عليه وسلم وعظة делает. شبابك قبل هرمك. Используй свою молодость и не упусти ее, прежде чем станешь стариком. Пока молодой, пока есть здоровье, используй ее на благо себе в судный день. Ваша баба как абля харами. Васи хатак как абля сакаме. И используй свое время, когда ты здоровый, прежде чем ты заболеешь. Пока здоровый, поклоняйся Аллаху. Ищи знания. Работай на пути Аллаха. Потому что большинство, когда заболеют, в больничную койку попадут, думают: дай Аллах мне здоровье, я буду поклоняться Аллаху лучше. Как только Аллах ему здоровье дает, он опять расслабляется. И посланник Аллаха говорит: прежде чем заболеешь, воспользуйся своим здоровьем. И не знаем из нас, кто может чем заболеть, кто может стать инвалидом. Пока здоровый, используй это. Вагинака кабла факри, и используй свои богатства, прежде чем Аллах тебе сделает бедным. Вот сейчас Аллах тебе дал урожай, сделал, что у тебя бизнес идет, и ты жадничаешь. Еле-еле закат вытащил, и все. Закатуль фитр, 3-литровый баллон пшеницу или рис насыпал, сверху вот так сделал, и все. Я выполнил фарз. Это минимальный фарз, брат. Это минимальный фарз, возложен на минимального, самого бедного человека, которому есть на сутки еда. Разве ты и он в одинаковом положении? Если ты добавишь, боишься, что Аллах тебе наградит? Аллах говорит: «Ва ин зидтум зидна». Если вы добавите, я вам тоже добавлю. Это 3-литровая банка для самого бедного человека, который есть сутки еда. Это минимум потолок. Это фикхи пишется, это что минимальный потолок. Это не пишется, что максимальный потолок. Что дальше нельзя. Что дальше надо так рукой то, что сверху осталось, убирать. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был самый щедрый в Рамазан месяц. Он был щедрым. Но самый щедрый, как вот свободный ветер, он был Рамазан месяц. Он последний отдавал. А мы мешки и тонны пшеницы или там риса оставляем и 3-литровую банку мерим. Это минимум, брат. Это в год один раз ты даешь. Неужели надо здесь тоже жадничать? Закат аль-фитр дается, чтобы ты очистил свое сердце от жадности, свой пост от того, что от прегрешений, которые ты во время поста сделал. И чтобы это было милостиней, и к тебе аджр записался. Почему ты даешь минимальный потолок, просто непонятно. Все боятся, что Аллах больше наградит, что у вас или вам путевку рай уже выдан. Это дает брат мусульманин, который женился, и у него нету дома кушать, только на сутки еда есть у него. Он должен вот это дать. Просто нереально и невозможно, чтобы он пришел с пакетом 3 килограмм, 6 килограмм на велосипеде к одному ятиму или бедняку, и другой человек на 200-ке приехал и тоже этот пакет 6 килограмм риса дает. Только у нас в нашем обществе такое может быть. Потому что в основном все имамы всем объясняют, что минимальный потолок это 3 килограмма, 3 саа, или пшеницы, или риса, в лучшем случае финики. Есть люди, которые у них доход ежемесячно 50 и 100 тысяч рублей. Есть, который получил хороший урожай. Зачем ты жадничаешь? Ты же на себя на самом деле жадничаешь. Дай ради Аллаха. И сделай так, чтобы этот человек, который принимает твой закат, ему не стыдно было это принимать, твой 3-литровый пшеницу. Что он с ним будет делать? Особенно те, которые живут здесь, в городе. У них курицы нет у него. И с 3 килограммами на мельницу не пойдешь. Дай так, чтобы ему ты дал, и он свою проблему решил.
Человек, которому бедный, который он достоин заката, чтобы дали ему. Ты пошел, ты и я, другой дал по 1000 рублей. У кого есть хорошая возможность, по 5 и 10 тысяч рублей. Он может всех детей одеть на праздник, стол накрыть, свои долги отдать, вопрос свой решить. А твой 100 рублей или вот этот пакетик тебе ничего не решит. Наоборот, ты озадачил его. Что с этим пшеницей делать сейчас? Квартиры некуда ее ставить. Те, которые в селе дают, по хадису посланника Аллаха, кутуль баля дают пшеницу или рис. Рис стоит вот этот маленький мешок 25 килограмм или 10 килограмм. Сколько стоит он? 300 рублей, 500 рублей. Возьми этот мешок, дай. Пшеница стоит, может, 500 рублей, 300 рублей. Возьми мешок, дай. Ты, я и 10 человек по мешку дадим тонна. Тонна пшеницы можно на газель загрузить, и уже тонна пшеницы, это, муки будет целый год. Уже хлеб обеспечен. Несколько людей пару мешков риса дадут, и уже, альхамдуля, с хлебом кушать, что есть. Можно кашу сварить. А так этим пакетиком ты ничего не решишь. Это ты отмазался от своего фарза. Также можно фарз намаз почитать. Фатиху почитал, резко руку, сразу встал, сразу ушел. Ты разве ты так считаешь фарз намаз? Надо же лучше, наилучшим образом это делать. Лучшим имуществом. Аллах в Коране говорит, «Лян таналу бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы никогда не достигнете уровня благочестия и не будете хорошими людьми, пока не будете давать из того, что вы любите. Вот то, что ты себе любишь, вот так и отдавай. А не то, что там испортилось, то, что надо вот выкинуть, и жалко выкинуть, боится, что исраф будет. Вот это сам скушай. А брать удай тот, который он, ты сам себе хочешь. Также я хотел сказать, это последний уже час Рамазана месяца. Будьте более усердны в поклонении. Кто читает Коран и не успевает, догоняйте и хотя бы один раз закончите Коран. Аллахумма джаальна мин муттакаи шахри Рамадан. Пусть Аллах нас сделает теми, которые Аллах освободил от ада Рамазан месяц. И давайте на пути Аллаха, пока вы живые, пока у вас есть это имущество, пока есть у вас здоровье, пока есть время, пока Аллах еще нам дал жизнь. Каждый, кто отсюда выходит, бисмилля ради Аллаха, дайте, оставьте что-нибудь из имущества свое. Хоть 100 рублей, хоть 10 рублей, хоть 1000 рублей. Чтобы этот день Аллах принял его, Рамазан месяц, Аллах умножает то, что вы дали на пути Аллаха, от 10 на 700, до 700 раз. Кто дал 1000 рублей, иншаллах, найдет у Аллаха как 700 тысяч рублей. Это от степени ихляса и искренности зависит. И есть люди, которые пришли деньги собрать, и бисмилля, кто как может, помогайте братьям. Аллахумма сур ль-исляма валь-муслимин. Аллахумма вахид суфуф аль-муслимин. Аллахумма ахлики аль-залимина бид-залимин. Аллахумма алейка би-а'даика ва-а'даид-дин. Аллахумма фаррик джама'хум. Аллахумма фаррик джама'хум. Аллахумма шаттит шамлахум. Аллахумма рудд аль-муслимина иля динника раддан джамила. Аллахумма аллиф байна кулуб аль-муслимин. Аллахумма сур ль-мустадъафина фи кулли макан. Аллахумма сур وانصر عبادك في بورما وفي سوريا يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم وعدك القريب يا رب العالمين عليك بالطواغيت الشام عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انشتوجهم انشتوجه يا رب العالمين تاكسو بوشيخ أن يستوس نهاية زملي اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما بين المشارق والمغارب يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة